Только самые быстрые ребята на планете успеют поставить лайк за 3 секунды. Ребята, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием Mutilate Doll 2. Мы продолжаем угорать над рэгдоллами, продолжаем делать всевозможные эксперименты. Вам безумно понравилась предыдущая серия, вы просили продолжение. Ну что ж, ребят, наши приключения продолжаются. Заранее вам спасибо за поставленный лайкусик. Я надеюсь, все успели поставить лайк за 3 секунды. Если кто-то не успел, то прямо сейчас обязательно поставьте. Итак, ребят, начинаем мы именно с SCP-объекта. И мне нужна небольшая ваша помощь. А так сказать, можно даже мини-игра у нас сейчас будет. Я хочу, чтобы вы угадали, ребят, что это за SCP-шки. Итак, что вы видите на экране? Какой это SCP-объект? Номер и название вот этого SCP-шки левого и вот этого правого. Надеюсь, ребят, вы узнали. Если что, пишите в комментариях. Давайте небольшие подсказки вам дам. Я дам номера. Это 106-й объект. Это SCP-966. Так что, ребят, пишите название данных SCP-шек. Итак, 3, 2, 1. Надеюсь, вы успели написать. В общем, первый SCP-объект. Это у нас старик, ребят. На самом деле, не особо похож он на старика. Такое ощущение, как будто ниндзя какой-то, да? А здесь у нас, ребят, SCP-966. Это какие-то бессонники, что ли? Бессонник. Я ни разу, короче, ребят, не встречался с этим SCP-объектом. Для меня он новый. Так что напишите в комментариях, что он вообще делает, этот SCP-шка. Так, ну и давайте начнем, наверное, наше издевательство над рэгдоллом именно с деда. Потому что он у нас обычный, ничего такого прям нет. Хотя, слушайте... Лол, а стоп, почему он такой мощный, ребят? Серьезно? Он невероятно мощный. Так, мне срочно нужен рэгдолл обычный. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как быстро призывать обычного рэгдолла. Я знаю, что есть какие-то горячие клавиши, но я не мог их найти. Давайте сразу несколько добавим. Капец, у нас старик оказывается мощный. Ну-ка, чжу. Просто жесткач уничтожает, ребят, изич. Ну-ка, 966, SCP-шка. Разрубил и уничтожил я просто рэгдоллов. На! Офигеть, ребят. Вот это да. Давайте попробуем столкнуть лицом к лицу. Лицом к лицу. Этих SCP-шек. Вот старик у нас. Они, правда, у нас уже все поломаны. Давайте заново добавим. Так, я вот быстренько добавил. Так, ребят, давайте удалим. А как, подождите, я хочу удалить. А, ну, в принципе, он нам уже и не мешает, этот обычный рэгдолл. Ладно, смотрите, SCP-106 против SCP-966. Пчоу, кто кого, ребят? Кто кого просто? Но тут, на самом деле, за кого я буду играть, тот как бы и побеждает. Но, блин, не знаю. Все равно они оба крепкие. Конечно, наверное, 106-й как-то весь в крови, послабее, что ли. На, на! Так, переключаемся за другого. Итак, где у нас дед? Вот у нас дед. Ну-ка, ребят, чуть отдалим. И вот так. Бамс! 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 Слушайте, невероятно крепкие SCP-шки. Просто капец, ребят. Просто невероятно крепкие. Вот это да. Может, с ними должен справиться еще более опасный SCP-объект? Боже, у меня даже не влез этот SCP-объект. Это неуязвимая рептилия или трудноуязвимая рептилия. В общем, ребят... Просто не влезло. Ладно, давайте все удалим. Вот так откинем куда-нибудь в сторону этого пацана. Ну-ка, куда-нибудь сюда. Боже, нужна другая карта, ребят, похоже. Гигантский просто объект, неуязвимая рептилия. Но она какая-то слабая, не помещается даже, ребят. На карту просто угарчик, друзья. Просто угарчик. Ну и помимо этих объектов у меня есть еще SCP-1471 и 3199. Так, стоп. Этих SCP-шек, ребят, я вообще не знаю, вообще нигде не сталкивался. Также пишите, вот этот вот с черепом на голове, очень знакомый, но не знаю. Это, кстати, немножко вот эта SCP-шка напоминает печеньку. Вот чем-то издалека вообще, ну так, совсем чуть-чуть, друзья. Ну-ка, наш рэгдолл против SCP. Как он будет себя вести? Пау, пау, пау. А этот, на, а этот, кстати, не особо-то и бьет, ребят. В общем, вот такие SCP-шки. Можно попробовать их как-нибудь поуничтожать, ребят, какими-нибудь методами. Не знаю, давайте возьмем, например, какую-нибудь пушечку можно взять. У нас тут Bubble Gun есть. Стоп, серьезно? Эта пушка будет стрелять жвачками? Ну-ка, ребят, подождите. Так, возможно, действительно так и будет. Так, а им я нажал. Блин, как стрелять? А, во! Реально!
Bubblegum, но это, по-моему, больше на пузырики, ребят, похоже, знаете, из жвачки. Боже, ладно, неплохая пушка, конечно, но это не совсем то, что нам нужно. Давайте вот фудган тут есть, сколько тут всего, потейтоган, офигеть. Сноузука, это типа базука с снежинками будет стрелять, ну-ка. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау, или че? А, да, она стреляет как морковками, что ли, это как снеговик, ребят, знаете? Боже мой, офигеть, ну-ка, переворачиваем. Погнали. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау, стреляет и глазами, и морковками от снеговика, угольками, короче, ребят. Слушайте, что за безумие вообще, ребят, здесь? Просто огромное количество всевозможных прикольных пушек, но я надеюсь, есть какие-нибудь стандартные вообще пушки? Ну-ка, ган. Так, а есть какой-нибудь шотган? Во, какой-то, ребят, есть шотган. Вот, обычный, короче, шотган. Вот, я нашел, короче, пушки, ребят, все. Давайте, вот обычный шотган. Он у нас, по-моему, был в предыдущем ролике. Вау, нифига себе, ну-ка. Боже. Так, стоп. Немножко поднимем его. Ну-ка, и по ICP-шкам. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. ICP-шкам вообще пофиг, ребят. Им просто пофиг, как это уничтожать. Вот, Томми Ган, ребят. Ну-ка, Томми Гана. Так, опять поднимем немножечко. Так, и поехали стрелять. Не, вообще, ребят, никаких дамагов особо не наносится по нашим рэгдоллам. Ой, точнее, по нашим ICP-шкам. Это немножечко обидно, ребят, на самом деле. Но мы-то знаем, как уничтожать по-настоящему. Где моя лава? Где моя лава? Просто лавой, ребят, залил SCP-шек. Вот это я понимаю, ребят, да? Вот это вот угарчик просто. А как мы там делали? Погодите, ребят. Ну-ка, где у нас лава? Сейчас радиус, короче, надо изменить. Вот этот, по-моему. Нет, не этот радиус, вот этот. Во! И просто, ребят, дождь из лавы. Но какие-то у нас неубиваемые, на самом деле, SCP-шки. Вон, этот рэгдолл обычно сразу умирает. В общем, друзья, это было прикольно, но давайте посмотрим на небольшую сценку. Помимо всяких пушек, ребят, можно добавлять еще и уровни. Знаете, вот тут кто-то сделал чисто ACP. У нас здесь лаборатория, комната для, получается, Дэшки с унитазом. Два ACP-гварда. Ну-ка, и они у нас, конечно же, стреляют, да? Все нормально. Так, давайте попробуем. Ну, типа, у нас этот пытается вырваться. Такой, выпустите, выпустите, выпустите меня. Такой, гварды такие, что происходит? Открывают, типа, дверь. Тут у нас этот пацанчик, Дэшка, гвард ему такой, а иди-ка сюда, иди-ка сюда. Начинает, ребят, расстреливать просто. Блин, на самом деле угарно, ребят, тут столько всяких моделек, это просто капец. Но управление, конечно, оставляет желать лучшего, если честно, ребят. Бэм, 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 просто поуничтожали мы Дэшку. Слушайте, жестко. Но у меня что-то есть какое-то такое, ребят, маленькое желание. Ну как маленькое, гигантское желание. Найти какую-нибудь бомбу. Я не знаю, есть тут бомбы какие-нибудь? Бомб, ну-ка. Бомб, эйр-бомб. Так, ну вот давайте обычную, классическая бомба. Так, и... Ну-ка. Загорается, загорается. Взрываться когда будет? Бомс разнесло. А ну-ка, а если мы нуклеар-бомбу? Нуклеар, если я правильно пишу? Нет, наверное, неправильно. Да нет, ребят, писал я все правильно. Нуклеар. Нету, короче, такой бомбы. Но ладно, я думал, может, атомная бомба. Я уверен, она здесь есть, ребят. Просто называется как-то по-другому на самом деле. Чё-то, ребят, у меня сломался поисковик. Вроде ищет, ищет, а потом как бы и не ищет. Довольно странно. Вот я нашел, вот, например, бомба. Бомб. Даже старую не могу бомбу вытащить. У меня что-то сломался поисковик, ребят. Ладно, ребят, короче, все, я починил. Вот у нас эта бомба. Давайте попробуем ее испытать на обычном рэгдоле. А, она у нас с загрязнением таким, короче, фигачит. Ничего себе. Так, ребят, я, короче, предлагаю, все-таки раз у нас такая небольшая тематика про SCP. Сейчас давайте понадобавляем SCP-шек различных, да? Просто понаставим и попробуем SCP-шек повзрывать всевозможными бомбами. Потому что бомба это круто, бомбы мы еще не использовали. Так, какого я SCP-шку забыл? Ага, вот этого. Так, ладно, так. Пускай вот так все у нас и будет. Давайте реально поиспытаем какие-нибудь бомбы. Это реально угарчик. Так, пайп-бомб, что это? А, мини-нюк, вот, медиум-нюк. Ух ты, это атомная бомба. Ребят, я нашел. Я нашел, как ее активировать. Как? Как, ребят, ее активировать? F, ну, не взрывается, мини-нюк.
Бамс! Взорвалась маленькая и уничтожила, ребят, все остальные. Боже, сколько тут классных бомб гигантских. Офигеть, ребят. Гранаты, давайте просто заставим всю карту вот этими штуками. У нас все горит, сейчас будет огромный взрыв, ребят. Ну-ка, успей рэгдола поставить. Закидываем сюда быстренько рэгдолов. Быстрее, быстрее. Сейчас у нас тут будет взрыв. Сейчас будет мясо, ребят. Сейчас все сломаем. Сейчас игра сломается, я вам отвечаю. Ну, взрывайся. Я все активирую, ребят. Что-то не особо все взрывается. Я думал, будет сейчас эпик. А ну-ка, нюк. Просто. Во, мини. Я тогда мини взял, и у нас все взорвалось. Ну-ка. Просто, ребят, исчезает все на наших с вами глазах. Боже мой. Боже мой. А интересно, тут есть танки, друзья? Ну-ка, танк. А, это не то. Так, ну-ка, танк. Ну-ка. Метан-танк. А, блин, а там... Не, наверное, надо писать, ребят, именно название танков, да, скорее всего. Тут у нас, как я понял, это вот баллоны такие, да, которые взрываются. Короче, понятно, топливо. Так, будто... А, танк-дрон, танкарт. Нет, наверное, нету танков, ребят. Либо надо писать название прям танков. Скорее всего, что-то типа с этим связано. Но сколько, ребят, здесь всего угарного. Даже есть вот такие мины. Ну-ка, попробуем так вот. Встал я в мину и бамс, просто расфигачило. Так, еще одна мина, ху-ху, которая активировала сразу остальные, ребят, мины. И просто чуваки мои разлетелись. Боже мой, просто эта игрушка не перестает просто удивлять, ребят. Пишите в комментариях советы, я попрошу, опять же. Потому что, блин, столько всего интересного и столько всего тут надо изучать. На, мы так особо-то этого и не протестировали. Нашего SCP-шку вот этот. На. Так я не понял, ребят, кто это реально. Но это точно не печенька, а печенька с другим номером и по-другому выглядит. Но это тоже очень жесткий. Посмотрите, я просто всех уничтожил этим SCP-шкой. Просто всех. Офигеть. Все кровавое, ребят, у нас все окровавленное. Боже, как это остановить? А, у меня есть идея. Ну-ка, нашу любимую нюк-мини. А так вот ее берем. Вот сюда и... Бамс! Боже, какая она шикарная, ребят. Эта бомба просто капец. А давайте посмотрим все же, как я и хотел. Разрушит ли вот эта бомба, друзья, всю нашу композицию? Разрушит ли она полностью лабораторию SCP? Ребят, это довольно интересно. Это очень забавно. Ну-ка. Бам! Да, смотрите. Она уничтожает абсолютно все, друзья. Ну не это ли прекрасно? Мне кажется, это очень круто. Ну что ж, ребят, в принципе, на этой забавной ноте мой сегодняшний ролик завершается. Я надеюсь, что вам все понравилось. Пишите советы, опять же, всякие горячие кнопки, как быстро спавнить просто хотя бы рэгдоллов. Это будет очень круто. Не забывайте, ребят, подписываться на канал, оставлять положительные комментарии. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети. ВК, Инстаграм, все дела. Будет безумно приятно, если туда подпишитесь. Не забывайте про лайки, про колокольчики. Ну а на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока!